25 июня в Москве совпала масса приятных обстоятельств. Во-первых, солнечная погода, во-вторых, наконец-то пришедшая в столицу летняя жара, ну а в-третьих, день мотоциклиста. Согласитесь, грех было не отметить. Праздник состоялся на северной окраине города у здания речного вокзала. Кто-то приехал на мотоцикле, кто-то на общественном транспорте, а значительную часть публики составили жители окрестных районов, для которых это еще один повод выбраться на пешую прогулку в парк. 19 июня, в понедельник, был Международный день мотоциклиста. Это старая международная традиция, замечательно. Ну, поскольку понедельник день тяжелый, департамент транспорта и организаторы решили провести этот праздник сегодня, в субботу. И мы здесь приготовили замечательную разнообразную программу, и концерт, и выставку уникальных ретро-мотоциклов, и мотоциклы гаража особого назначения ФСО. У нас здесь и фотовыставка, и в летнем кинотеатре мы показываем фильмы известных российских мотопутешественников. Помимо мотоциклов олдтаймеров, здесь можно увидеть работы лучших российских кастом-мастерских, например, Fine Custom Mechanics и Zillers Garage. Обе студии без преувеличения мирового уровня, ведь первая в свое время установила рекорд скорости на соляном озере Бонневиль, а вторая, Zillers Garage, не так давно выиграла чемпионат мира по кастомайзингу в Кёльне. Ключевое отличие от большинства мероприятий мотоциклетной направленности в том, что День мотоциклиста был адресован не только и даже, пожалуй, не столько обладателям двухколесной техники, сколько обычным горожанам, с этой стороной жизни незнакомым. Но мы приехали, потому что мы здесь близко живем, мы стараемся часто выбираться в выходные на какие-то массовые мероприятия, отдохнуть с ребенком. Атмосфера, здесь свои ребята катаются, здесь идет какая-то энергетика наша мотоциклетная. Вливаюсь первый год в тусовку, зимой сдал на права. Это вот мой первый мотоцикл, первый опыт, в принципе, езды такой. В восторге, жалко, что не приехал с детьми, не получилось. Вообще, на самом деле, классный семейный фестиваль. Я так посмотрел, куча конкурсов, куча всего интересного, классная музыка, классная тусовка. Праздник получился веселым, но спокойным и комфортным с точки зрения семейного отдыха. Это, пожалуй, один из лучших способов составить собственное впечатление о несколько противоречивом, но, несомненно, притягательном мире мотоциклов и мотоциклистов.